Традиционно в ноябре стартует осенне-зимний пожароопасный период. О том, насколько район к нему подготовился, обсуждали на комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности. Она прошла в администрации Искитимского района на минувшей неделе с участием представителей надзорных органов, дорожных служб и глав муниципальных образований. А началось заседание комиссии с награждения победителей районного смотра конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В этом году среди общеобразовательных учреждений лидером признана Тальменская школа. Среди организаций среднего профобразования лучшим стал Искитимский центр профессионального обучения. Среди победителей оказался и учебно-консультационный пункт администрации Тальменского сельсовета. О количестве пожаров и их последствиях в текущем году доложил начальник территориального отдела надзорной деятельности Андрей Иванов. По сравнению с прошлым годом, общее число возгораний в Искитимском районе увеличилось на 50%. При этом наиболее горимой территорией признан рабочий поселок Клинево. Здесь зафиксирован 121 пожар, в том числе пал травы, который по новым требованиям учитывается в общей статистике. На втором месте Чернореченский сельсовет, где зарегистрировано 88 случаев. Замкнул тройку лидеров Евсинский сельсовет, где произошло 66 пожаров. Андрей Иванов отметил, что число погибших в огне уменьшилось. Однако травмированных стало больше. Основными причинами пожаров на объекте являются нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования. Это 24 случая. Нарушение правил устройства эксплуатации печей. 13 пожаров. Неисправность транспортных средств. 2 пожара. Также у нас имеются поджоги. Это 13 пожаров. Неосторожное обращение с огнем. 27 случаев. Неисправность газового оборудования. 3. Один из способов предотвратить беду от огня – установка автономных пожарных извещателей. Такая работа в районе ведется уже не первый год. На эти цели выделяются средства из областного бюджета. И в первую очередь датчики устанавливаются в домах, где живут многодетные семьи. Однако обзавестись такими извещателями рекомендуется всем жителям частного сектора. Ведь это оборудование поможет сохранить жизнь и уменьшить материальный ущерб. Помимо бытовых и техногенных пожаров, еще одним риском в осенне-зимний период являются снежные заносы на дорогах. Поэтому пристальное внимание уделяется работе дорожных служб. Чтобы техника пожарная профессиональная прошла, максимально сделать так, чтобы все доступы к водозаборным скважинам были открыты. Основные превентивные меры, способные предотвратить рост пожаров, определены в постановлении главы района и других нормативных документах. Но профилактическая работа будет эффективной только в том случае, если каждый человек будет дорожить собственной жизнью и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности.